В Кунгуре стартовал 7-й рождественский благотворительный марафон «Подари надежду». Героиней общегородской акции в этом году стала 6-летняя Лиза Калиниченко. Девочка страдает заболеванием нервной системы, из-за чего привычное всем детям рисование для нее больше испытания. А каждый штрих – маленькая победа. Об атмосфере праздника доброты и неравнодушия, а также о том, как каждый из нас может помочь маленькой Лизе – наш следующий материал. Вот уже 7-й год подряд по доброй традиции в дни рождественского поста по всей Пермской земле проводятся акции, главная цель которых – напоминание людям об истинных ценностях жизни. Помочь детям в лечении их недуга может каждый, ведь, как говорится, с миру по нитке. Рад, что есть в Кунгуре люди, которые не сетуют на времена, в которые они живут, а делают конкретное дело, делают конкретную помощь, идут и частичку себя, скажем, отдают на благое дело. Еще раз всех мам с праздником. А со стартом марафона хочется пожелать, чтобы людей, участвующих, было больше, и средств при этом привлекалось больше, и проблем чьих-то решалось больше. Родители делают для своих детей все возможное и невозможное. Хотят, чтобы вопреки всем преградам их ребенок был здоров и смог позволить себе обыкновенные детские радости, играть со своими сверстниками и радоваться жизни, как все обычные дети. Мечтает об этом и юная Лиза, героиня марафона этого года. Но для того, чтобы побороть недуг, родителям необходимо собрать 145 тысяч рублей на реабилитацию в Челябинске. Лизонька была долгожданной дочкой. Родилась очень рано, в 26 недель. Все, что мы смогли, мы сделали. На данный момент у нее диагноз связан с неврологией, это врожденная гидроцефалия, но основной уклон мы делали, чтобы она развивалась, и у меня был стимул, была цель развить ее ребенка до нормы. Кунгур – город небольшой, но, несмотря на это, здесь живет большое количество неравнодушных людей, безвозмездно готовых помочь больным детям. Благодаря чему юные кунгуряки и их родители за время проведения ежегодного рождественского марафона почувствовали, что они не одиноки, и есть люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Каждый из нас в жизни получит по мере добра, которое он сделал. Если мы сегодня поможем тем детям, которые нуждаются в нашей помощи, не дай Бог, если наши дети, наши внуки окажутся в таком состоянии, в таком же положении, не дай Бог, еще раз повторяю, то я думаю, что также найдутся неравнодушные люди, которые помогут и в нашей беде. Помочь маленькой Лизе может каждый. Для этого на мероприятиях в рамках благотворительного марафона «Подари надежду» и Тихвинском храме Кунгура будут установлены специализированные урны. Старт марафона тем самым подтвердил жизнеутверждающий смысл фразы «В единстве сила». Анна Качанова, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».